планы по семестр? Так, друзья, едем по каким-то джунглям. Och det är faktiskt inte lavan som är farligast för ett vulkanutbrott, utan det är gasen som frigörs ut ur berget. Man spränger även i bergen för att få bort lavan ifrån bebodda områden. Förr i tiden hade man inte någon instrumenten som man har idag för att möta gashalten i bergen när man skulle arbeta. Så det man gjorde var att man tog en kanariefågel och satte i en bur. Så det är alltså att kanariefåglar kan känna av gashalten. Где газ накапливается, они взрывают, да? Правильно? Och de sjunger ju och piper hela tiden. Så när man då gick in med den här buren i grottan där man ville arbeta, om fågeln tystnade så visste man att den kände av gashalten, att man inte kunde arbeta där inne. Men om fågeln fortsatte att sjunga så visste man att gashalten inte var hög och att det var fritt fram att arbeta inne i grottan. В пещеру, если там много газа, она замолкает. Канарейка? Там не можешь работать, значит, потому что можешь задохнуться. А если они до сих пор поют, то значит нормально все. То есть птицу запускаешь в эту пещеру? Ну, канарейку не эту. Запускаешь, а вместе с этой приходишь. А, вместе с ней, да-да-да. Как называется, клетка? С клеткой, да. Ну, интересные вещи у них тут творятся. На Канарских островах. Также только что она рассказывала о пенсионерах. Она говорит, что раньше в Испании пенсию 65 лет, как бы до этого момента давали. А вот сейчас буквально недавно новый закон, что теперь с 67 лет. То есть на 2 года, получается, добавили. Еще говорит, сейчас в кризисе продают свои дома, отели продают. Так что можно покупать. А, типа пользуйтесь, да, пока кризис дешевизной. Дешевые домики, да. Такая вот кризисная Испания. Так, что-то наш шофер буровит. Вот. Я представляю, какой облом это пенсионеров. 65 лет, вот только-только все думаешь, уже 65 лет, наконец-то на пенсию выйду. Раз, какой-то умник издает закон, что еще 2 года. Такой конкретный облом. Det senaste vulkanutbrottet på Teneriffa, det var Chinero och 1909, som höll på i 9 dagar. Efter detta så var det La Palma 1949 och 1977. Och det senaste var El Hierro redan förra året. Och där pågick så då väldigt mycket aktiviteter bredvid El Hierro under vattnet där. Så många forskare tror att det håller på att skapa en ny ö till Kanariegruppen. Разные вулканические действия происходят в этом последнем столетии, тоже там было на 3 островах, но не взрывы, там, может быть, где-то такие внутренние взрывы, где-то в подводном вулкане. Ага. А, под водой даже? Да. Ничего себе. То есть в этом океане получается? Да. В 2011 был на одном острове тоже. 2011? Под водой. Ага. И они думали, что взорвется, когда же эвакуировали людей там. Но все нормально, успокоился. То есть смотри, и какой здесь лес, смотри, прикольно. Тут уже зелень, у нас серьезно. Да, вообще, тут вообще уже, да. У нас тут... вот есть дрова, цветы. Это нормальный такой остров, нормальная зелень. Да, то я думаю, что на этих Канарских островах вообще зелени нету. Думал, все только это вулканическое одно. Оказывается, вот такая вот красота здесь существует. Här i närheten finns även La Gomeras flygplats, som inte byggdes för så jättelänge sedan. Det är bara att den här flygplatsen är väldigt liten, så det kostar väldigt mycket att åka hit. Och den ligger även en bit ifrån huvudstaden, så det är inte många som väljer att åka hit. Och eftersom den är så liten så kommer det nästan bara ett flygplan i veckan hit. Только один самолет в неделю прилетает сюда. Один самолет в неделю? Потому что так как маленький, то дорого стоит. Да, да, да. В основном все приезжают на соседние острова, потом переправляются. Ага. Ну, да, правильно делают. Ну, тут если 2000 человек на этом острове всего-то живет. Ну, да. Ну, так они все, многие работают в Тенерифе. Да.
прикольный островок. Так, друзья, пока... Сейчас, ох ты, посмотри, какая вот там красота сейчас впереди. Будет у нас... Это мы, получается, уже обратно? Малина растет или ежевика? Какой-то такой... Нет, мы обратно не едем. Нет? Просто мы на горку, наверное, поднялись вокруг и приезжаем. Да-да, вокруг. Но я говорю, ну, не в обратном смысле, как мы приехали, а уже обратную сторону возвращаемся. Или нет? Или мы должны еще до какой-то этой добраться? Мы должны, наверное, добраться куда-то. Да? Как возвращаемся? Ты хочешь сказать, что экскурсия закончилась? Не знаю. Она в 6 часов даже закончится. Да? Так, друзья, я тогда выключаюсь, потому что еще, наверное, чего-то будет интересно показываться. А батарейка у нас не вечная. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Голливуд.